У нас ведь большое постсоветское пространство. Мы вот зациклились, Украина, Янукович. Ведь есть более, не более, реально положительный пример. Да возьмите тот же Азербайджан. Какие успехи. Там обустроены все села, строятся новые комплексы, спортивные. Просто преобразилась страна. Почему? Правильно избрали руководителя. Сегодня там Ильхам Гейдарович Алиев. Я его отца знал еще. Великолепно. Это великий азербайджанец, значит, Гейдар Алиевич. Ну, Владимир Владимирович, но, успехи. Не все армяне с вами согласятся. Мы это другой вопрос. Это другой вопрос. Давайте. Вам не нравится. Нет, вам нет, Азербайджан нет, не нравится. Подавай другое. Вам не нравится. Нет, касательно продовольственного сектора, мы все-таки пока достаточно много импортируем. Там это молочная продукция, сыр. Гадость импортируем, гадость. Возможно, немецкий порошок. Есть нам чем заменить это. Азербайджанскими помидорами. Самые вкусные в мире. Любого москвича спросите. Если дома праздник, идут на рынок, покупают только азербайджанские помидоры. Вы должны гордиться. Нам есть чем гордиться, а вы мешаете. Вот я говорю, Ильхам Алиев, прекрасная страна и президент, а вы все Яценюк. Кому нужен Яценюк? Вот лицо сегодняшних руководителей постсоветского пространства. Тот же Азербайджан, вам почему-то не нравится, что я говорю. Но Ильхам Алиев устоял, он же не перешел критиковать нас, а на него давят. А остальные, пожалуйста, поддерживают. Побежала подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Ведь видите, разные советские республики. Есть процветающий Азербайджан и сильный лидер. Потому что сильный был отец. Я почему о этом говорю? Я лично знал отца, великолепный. Замечательно. Азербайджан, раз уж зашла речь, да. И так мы много уделяем внимания. Нужно включать в таможенный союз? И готов ли Азербайджан войти в него? В любом случае, отличные отношения между руководителями России и Азербайджана, между министрами иностранных дел, между нашим комитетом по СНГ Леонид Слуцкий и руководители Азербайджана. То есть, если мы больше внимания уделим Азербайджану, это ведь исламская республика, мы и отношения с Турцией улучшим, и с Ираном. Потому что азербайджанские и иранские азербайджанцы их даже больше, чем в Азербайджане, который Баку столица. Поэтому здесь вот на этом направлении нужно работать тоже. На Южном. А Южный Кавказ – это лицо не только Южного Кавказа, но и всего постсоветского пространства, вот этот нынешний руководитель. Но мы же ничего о нем не говорим, понимаете? Ничего. Даже мне вы сейчас пытаетесь помешать. Да нет, Владимир, Астана я ничего не знает. Задаю вопрос. Помидоры знают азербайджанские. А какая великолепная республика и замечательный руководитель. Этого не знают. Почему это не показать? Вот Яценюк пройдоха, вот там Порошенко убийца, вот там Кучма сбежал, Янукович. Одно плохое, а разве хорошего мало? Прибалтика там зажимает. Смотрите, прибалты зажимают русский язык. Граждане русские второго сорта, Азербайджан. 400 русских школ, больше, чем на Украине. Ни одну не закрыли. Мощнейший театр, университет. Вот там пример. Мы говорим, там запретили, там. Так, слушай, там запретили, а есть регионы, так где, если, наоборот, Владимир, разрешают. Мы не будем говорить об этих проблемах, кто же о них еще расскажет, кроме нас? Согласен. Но когда мы о плохом говорим все время, это стрессовое состояние людей подвигает по всей стране. Мы предлагаем ехать на какие-то заморские курорты. А что не поехать азербайджанские курорты? Ленкорань, Астара, субтропики. И свои. Мы никогда не предлагали людям ехать и посещать Азербайджан. Раз у нас зашла речь о внешней политике. Есть партия «Великая Румыния» в Бухаресте. И там тоже, соответственно, они, так сказать, наверное, с удовольствием бы вернули себе Буковину и Бессарабию. Вот. А вот в Азербайджане нету антироссийской партии, понимаете? Нету желания что-то у нас захватить. Это вот не тоже специально ничего не делал для Азербайджана. А Украину мы прохлопали. Что нам посол Черномырдин делал? Давайте, про Азербайджан. Немного о наших российских. Давайте, пожалуйста. Говорили, Владимир Вольфович, к сожалению, у нас не так много времени остается до конца программы. Значит, про Азербайджан снова. Несколько тем осадить. Вы хотите поехать в Баку? Я бы с удовольствием съездил. Говорят, что европейский посмотреть город. Посмотреть надо. Великолепно. Набережные. Красавец. Впервые, вот это Париж.